«Зенит» одержал волевую победу над «Уралом» 4-1 в матче четвертого тура РПЛ и вышел на первое место в турнирной таблице. Передача вдоль штрафной, это опасно, между прочим, может быть. И вот удар с линии, 0-1, вот это начало, 6-я минута, первая. И скидка в центр напрашивалась, короткая она получилась, удар по воротам. Внимание не только к Дзюбе, конечно же, приковано. Подача. Тем не менее, удар наносит Ерохин, и счет становится. Третий успевает ли Дзюба поддержать контратаку? Передача на Дзюбу. Удар по воротам. 3-1. Нет, все-таки удар на технику в девятку. 4-1. Блистательный штрафной. Наверное, остается.